1916 году Первая мировая война достигла патовой ситуации. Линия фронта протянулась от Ла-Манша до швейцарских Альп. Погибли 1 000 000 людей. В попытке что-то изменить, шахтеры, гражданские люди, спустились в тоннели под расположением врага. Началась тайная, безмолвная, подземная война. Фильм основан на реальных событиях. Ниже холма 60. Арментьере, Франция, май 1916-го. 30 футов ниже Западного фронта. Дэд. Лейтенант Вудвуд. Я буду вашим новым командиром. Я ищу сержанта Симпсона. Он отправился поговорить с капралом наверх. Я не могу выйти отсюда. Следуй по лестнице. Как только справа увидишь ребят, поинтересуйся у них. Найдешь шахту. Слева вверх 25 ярдов. Там будет еще одна шахта. И считай, ты на месте. Благодарю. Ну, что здесь, солдат? Есть кое-что, сэр. Кажется, я кое-что слышал оттуда.
Слышите? Слушайте. Они копают, сэр. Фрицы, они. Они проберутся сюда. Клянусь Богом. Звук, который ты слышал, был похож на этот? Именно. Это твое сердце. Что? Чувствуешь? Ты услышал свое сердце. Тебе бы прикрыть клетку чем-нибудь. Иначе она первая выдаст нас. Когда заканчивается твоя смена? Не заставляйте меня оставаться здесь. Прошу вас. Здесь и пчела не пролетит. И еще как пролетит. В Австралии лучшие пчелы. Кто сказал? Любого спроси. Лучше наездники, шахтеры. Дерьмо полное. Замолчите вы. Ну что, Джинджер, покажем врагам? И еще как. Что на уме у тебя? Подожди, и сам все увидишь. Ты кто? Я лейтенант Вудвуд. Я ваш новый командир. Ты Фрейзер. Я ищу сержанта Симпсона. Он мертв. Сэпер. Моррис, сэр. Мы зовем его Тенни. Иногда ему даже нравится. Том Двайт, сэр. Билли Бэнкин, сэр. Страйки. Моррис, смени его на посту. Прослушки. Где мы были? 102-й слева. 102-й слева. Есть, сэр. Отправляйся с ним, Двайер. Есть, сэр. Покажи мне, где офицеры. Сэр, сэр, нам сюда. С дороги, раненый, с дороги. Раненые, раненые, отойдите.
Стивенс, вставай. Черт возьми, это убежище офицеров. Вот-вот. Билл Макфройд, я уже заждался тебя. Мы вместе ходили в школу. Это Боб Клейтон, знакомьтесь. Вот-вот первый австралийский тоннелист. Специалист по взрывчатке. Могу взорваться в любой момент. Давно уже здесь? 2 дня. Окажется, что целый год. Продержишься год. Это покажется всей жизнью. Не скучно здесь у вас. Фрицы, смотрю, не успокаиваются. Да, ты прав. Вот смотри сюда. Это Ред Хэс. Чертов Гибралтар. Мы подкрепление ждем уже неделю. Неделю-другую, какая разница? У них есть свои укрытия, знаешь ли. Какая разница? Где ты родился, сынок? В Бангонг, сэр. Я в Коломоне. Золото. Серебро, Брокен Хилл. Любимая? Жена. Жена? Любимая. А у тебя есть фотография, Тиффан? Она... Это моя мама, сэр. Вы ведь даже не настоящие солдаты. Какого черта вы здесь вообще делаете? Подкапываем под немцев. Защищая тебя. От кого? От немецких тоннелей. Их не было, пока вы не появились. И теперь они делают то же самое. Что ты хочешь сказать? Мало того, что моих людей убивают на земле, теперь под нас подкапывают снизу. Если он ранен, отправь его в лазарет. Если нет, пускай выполняет свой долг. В любом случае, ему здесь быть нельзя. Как и тебе, по моему мнению. Не рады нам здесь, Стивен. Получается, мы просто так своей задницей рискуем. Клейм хороший человек. Развеется, все пройдет. Зачем тогда он так? У каждого свое. Посмотрим, что здесь. Чайку не хотите? Браво, браво. Все в порядке, Тиффан. Все в порядке, сынок. Квинсленд, 15 месяцами ранее. Здравствуйте. Есть кто дома? Я нашел их около обрыва. Ваши дети. Оливер, это ты? Миссис Ведел. Колин, Гордон, быстро приведите себя в порядок, пока не вернулся отец. Думал, увижу Моффет. Поздновато. Он уже ушел. Лайтхос. Именно так. Как папа? Мы кое-что слышали. Не так хорошо, как хотелось бы.
Вот что я скажу вам, миссис Выдал. Я бы мог навечно остаться здесь. Давай быстрее заходи. Мы хотим все о тебе услышать. Пойдем. Как дела, Изабель? Уже майор. Ничего себе. Мы назвали его капитан. Капитан всего. Жалобы были? Ни за что, сэр. Мы бы не посмели. Води, води, води. Да, Гордон может задержать дыхание на минуту и 13 секунд. Неужели? Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Куда его отправили теперь? Мы не знаем. Наверное, в Египет. Я думаю, твои знания пригодились бы на фронте. Меня просили не вступать в армию. Нужно поддерживать шахту. Медь для войны. Работаем, рук не покладая, с утра до вечера. Армии нужны боеприпасы. Армии нужны люди. Такие, как ты. Вуди, когда же ты вернулся? Как в Папае. Чем теперь займешься? С нами останешься? Мама! Успокойся, Мадри. Мистер Вудворд. Иди поиграй. Пойдем уже. Мадри? Мистер Вудворд. Ответы на вопросы. 2 дня назад. Жарко. Работаем на Мат Морган Майн. Спасибо, что пригласила меня. Это что, мне? Да, но это очень глупая вещица. Нет, мне очень-очень нравится. Спасибо. Разве он не прекрасно выглядит? Некоторым форма так идет. Ты так не думаешь, Вуди? Мистер Вудворд. Да. Можно мне чаю, мама? Да, только сначала молоко принеси. И ленту заправь. Да, мама. Она так повзрослела. Она и сама так думает. Но мы уверены, что ей еще расти и расти. Ничего страшного. Что же опять? На самом деле, я думаю, что вот эту колонну нужно передвинуть. Мистер Вудворд. Да. А женщин пускают на шахту? Не думаю. Это к неудаче. Это хорошо. Мне бы не хотелось быть так глубоко под землей. Там совсем нет пространства. Это даже забавно, но мне там нравится. Правда? Почему? Уютно. Уютно. Мадри. Простите. Все в порядке? Да. Быстро приведи себя в порядок. Мне очень жаль. Ведет себя как ребенок. 16 — это очень трудный возраст. Пиши, как только будет возможность. Обещай. Обещаю. Мистер Вудворд, надеюсь, вы простите мне мое поведение за столом. Разумеется, забудьте об этом. Итак, прощайте. Мадри, это твоих рук дело? Нет. Боюсь, это моя ошибка. Эта проблема преследует меня с самого утра. Наверное, поэтому так быстро и доскакали. Когда я прибыл, я расслабил ремни. И, наверное, забыл затянуть их. Очень глупо. С вами все в порядке? Все в порядке. Честно. Спасибо за чай, миссис Выдал. Мистер Выдал. Оливер. Изабель.
Что-нибудь есть? Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Не смотри ты так на свечу. Это воздух. Не более того. Могло быть и хуже. Куда еще хуже? 60-й хуже. Что это такое? Сразу за границей. Его заняли вчера. Там фрицы наверху. Там всех забросали гранатами. Ничего не осталось почти. Только кровь. Наверное, шутка. Тихо. Нас убьют из-за тебя. Норм. Откуда ты знал, что это не я? Повезло. Господи Боже. Мертв. Ну что ж, по одному у нас. Черт. Макбрайт. Место. Еще раз. Сколько? Понял. Сто второй накрыли. Жертвы. Двое пропали. Махарсон и Двайер. Как воздух. Если они успели на лицо упасть, ни единого шанса. Там будет воздушный карман. Такая же ситуация была в Папуа у нас. Нужно копать. Смысла нет. Им не помочь. Копайте, копайте. Железные подошвы. Черт возьми. Чертовы придурки. Так что ты там говорил? А ну-ка, отойди. Помоги мне.
Это Томар. Кто это? Кто это? Вы, парни, держись тени. Черт возьми. Поможете мне? Давай, давай. Спокойно, спокойно. Полегче. Тебе, черт возьми, сильно повезло, сынок. Ты слышишь меня, Моррис? Томар. Томар. Моррис, ты слышишь меня? Томар. 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 Быстрее его в медцентр. Каждый день получаю по перу. Ни марки, ни обратного адреса. Что они имеют в виду? То, что я трус. Это не так. Ты выполняешь здесь свой долг. Тихо, Мадри. Мистер Вудвард знает, как это остановить. Ты согласен с ними? Будем надеяться, что больше не будет писем. Совсем наоборот. Еще пару перьев, и у меня будет вся курица. Изабель. Скучаешь по Папуа? Переживаю за местных рабочих. Это немецкая колония. Туда послали немецкий флот. Но что им там нужно в Папуа немцам? У них что, мало дел в Европе? Надеюсь, все это к Рождеству прекратится. Мадри, убирай тарелки. Да, мама. Убери это, Вуди. Что это? Моффет. Мама? Отведи детей в комнату Мадри. Изабель, мальчики, идемте. Быстрее. Уильям, говори. Боюсь, плохие новости. Зачем они послали туда гвардию, Оливер? Ведь это отвесная стена у моря. Отвесная стена. Я не знаю, сэр.
Я не знаю. Мадре. Ты не обязан. Только потому, что Маффет. Ты не обязан идти на войну. Я не переживу этого. В чем смысл? Смысл в том, что всегда капут. Конец. Он поднял меня. Тяни, да о чем ты говоришь? Такое с каждым может случиться. Я не уверен, что я слышал. Быть может, действительно мое сердце. Быть может, немцев я и не слышал. Ерунда. Какая разница теперь? Черт возьми. Ничего себе. Рад тебя видеть. А мы-то как рады тебя видеть. Ну что, поедим, ребята? Тиффан. Но что, ты был готов сдаться? Этого не было. Так это и было. Он же сам сказал. Молчи, черт возьми. Ты вообще левша, не заткай меня. Как это могло произойти? Поэтому мы и копаем все еще. Проблема в том, что они использовали взрывчатку. Черт их дери. Он правильно все сделал, да ну? Зачем он поперся туда? Кто-нибудь еще хочет? Черт возьми, как же я хочу расправиться со всеми немцами. Добрый вечер. Не вставай. Не ожидал тебя увидеть. Я уже вернулся. Доктор проверил меня. Со мной все в порядке. Жаль. Курить кто будет? Да, благодарю. Это к неудаче. К неудаче поджигать сигареты одной спичкой. Сначала предупреждение. Второй раз глаза лишишься. Третий раз — головы. И кто ж все это будет делать? Всегда кто-то наблюдает, сэр. Я буду писать семье о Тома Двайсе. Если есть что послать его семье, приносите. Всем встать, офицер. Вот-вот. Да, сэр. Я так понимаю, ты подрывник. Я проводил взрывы в шахтах, сэр. Ты в курсе, что немцы установили пулемет в Red House? Infilade Trench. Infilade. 5 пулеметов. Ах, да, сэр. Сколько взрывчатки тебе нужно, чтобы их уничтожить? Это зависит от того, так сколько нужно взрывчатки, чтобы все это сделать? 15 фунтов. Столько нет. В 105-м есть кое-что. Оттуда 70 футов. Если копать на север... Нужно хорошенько подумать.
34 фута. До рассвета нужно взорвать. Ты понял меня? Клейтон, лично ответственность несешь за это. Получишь все через час. Есть, сэр. Сэр. Ну, как здорово все решилось. Даже автобус не нужно ждать. На трамвайчике доедем. Одному мне не справиться. Я здесь ничего не знаю. Мне нужно два человека. Я пойду, сэр. Ты не должен, Моррис. Я пойду. Сидеть, Тиф. Я пойду. Стой. Вы как три австралийских гнома. Так что вы, крысы, на свет выбрались? Воздухом подышать? Нам нужно взорвать Red House. Вы не пропустите этого. Тащи взрывчатку. Да, это мы. Начнем на рассвете. Ты ведь раньше не делал этого. Черт. Не высовывайся, когда выберемся из окопов. Если нас заметят, фрицы сразу укокошат всех. Если увидишь свет, не двигайся. Как только снова станет темно, тогда ползем дальше. Благодарю. Ребята, вы получили задание? Да, Клейтон нам уже все сказал. Мы вас прикроем. Но за дело. Моррис, ты в порядке? Да, пока еще повезло. Ладно, вперед. Готовы. Come on,
Нужно вот того снять. Только потише. Was soll sie denn da bitte gesehen haben? Da war doch was. Ja, was denn? Ziegelstein. Ein Ziegelstein. Vielleicht ein englischer Ziegel? Nun hör. Ist das war ein Ziegelstein. Ja, na klar. Ist der Ziegelstein. Стоп. Господи Боже. Что такое? Вот, смотри. Взрыватель сможешь принести? Мы можем удлинить. К тому времени они найдут заряд. Принесешь? Думаю-то. Только не высовывайся. Подползешь ближе. Свистни один раз, чтобы мы знали, что это ты. Кто самый быстрый здесь у нас? Нужен бегун. Да. Стрики очень быстрый. Господи. Кто это? Один из наших? Как узнать? Черт возьми. Будь здесь. Морис может вернуться. Ты что это делаешь? Стой. Кто ты? Клейтон? Ты как здесь? Мэри. Попадешь ты домой к своей Мэри. Держись.
Помоги. Давай укол. Где ранение? Левая нога. Выше колена. Ничего себе. Нет, подожди. Они знают, что делают эти ублюдки. Спасибо. Капитан. Молитесь, ребята. Спасибо. Сэр, вы ранены? Я так не думаю. Здравствуйте, мистер Вудворд. Мадре. Как дела дома? Справляемся. Формируют батальон шахтеров. Секретный батальон. Нужны шахтеры и инженеры. Я вступил в армию. Через несколько недель пройду подготовку, а после этого на войну. Понятно. Мадре, я почти на 10 лет старше тебя, а тебе едва 16. Через месяц будет 17. Утром я подписал документы. Могу ли я писать тебе, пока буду там? Я была бы счастлива. Если попросишь меня ждать твоего возвращения, сперва спроси моего отца.
Спасибо, что пришел сюда. Поближе, ребята. Нам нужно прямо сейчас что-то делать. Они будут пробираться через слабое место, через левый фланг. Что бы ни случилось, нужно держать Элвайна, понятно? Но что, играть будете или где? Так, собираемся, собираемся. Все на позицию. Самый быстрый австралийский тоннелес. В чем дело, лейтенант? Уже капитан. Отлично, сэр. Спасибо, сержант Фрейзер. Ничего себе, сержант. Вот как. Фронт переносит. Собираемся в полночь. Почему это все оставляют нам? Потому что только настоящие солдаты собирают все и переносят. И куда мы, сэр? В Бельгию. Холм 60. Наслаждайтесь днем. Так, что нос повесили? А ну-ка давай в сторонку. Что там у тебя? Смотри, что от фрицев досталось. Это за твою помощь. Спасибо. Бельгия, Мессенсрич. 3 ноября 1916-го. Не рановато ли? Давайте поедим.
Все нормально, возьми. Говорю, бери. Давай, сынок. Ты не нужен нам, больной. Подходит. А что я тебе говорил? Вернусь, а у нее, наверное, уже новый муж. Да, многих из нас это ждет. Вы отлично там постарались. Я знаю. Как всегда. Вы присоединитесь? Как ты думаешь, почему к нам присоединяются? Все эти истории о пирамидах и приключениях, и они обязательно присоединяются после этого. А разве не правду я говорю? Да. А чем еще здесь можно заниматься? Мечта, вот все, что остается. Меня теперь не остановить. Я сказал, что верну его, обязательно, в безопасности. И с тех пор... Она вяжет каждый день. Потушить свет. Будьте здесь. Где Басивой? Туда. Туда. А вот там холм 60. Фрейзер. Сюда. Быстрее, быстрее. Давай, вставай, вставай. Где остальные? Сэр, здесь не все. Кто остался? Молодой Дэн, Тиффин и Байкон, Уолтер. Мы что, за линией фронта? Ну-ка быстро вниз, не высовывайся. Уолтер, сюда. Черт возьми. Мы отстали. Они справа. 25 ярдов. Готов? Уолтер, здесь нельзя оставаться. Вот что, я налево, отвлеку их. Как только станут стрелять, бегите к своим. И не останавливайтесь. Как можно быстрее.
Давай. Бежим. Не высовывайтесь. Тиффен. Уолт, сюда. Быстрее. Стрики все еще там. Билли. Билли Пайкен. Стрейкен. Как там они? Они дома. Давай-давай, Страйки. Беги-беги. Давай-давай-давай, Билли. Носилки. Быстрее, носилки. Стрики. Я, пожалуй, промолчу. Заберите его документы. Похороним утром. Идем, Фрэнк. Капитан Вудвуд, первый австралийский батальон. Макбрайт. Капитан Макбрайт. Ну где ты был, а уже? Заждались тебя. Случилось чего, да? Еще есть время. Ребята, располагайтесь. Поспите пару часов. Ух ты. Целых 2 часа. Пошли, ребят. Видел тоннели? Ты сам удивишься. Идем. Там офицерское укрытие. Думаю, пока побуду здесь. Интересно, что же там? Больше крыс, чем во Франции. Бельгийские крысы. Тайские, какая разница?
Все равно скоро все будем в земле. Хоть под землей будем. И останемся под землей. Так или иначе. Что это значит? Так все устроено здесь. Тебя убивают пули или шрапнели. Как страйки. Здесь то же самое. Либо тебя крысы съедят, либо фрицы убьют в темноте. Или живым погибнешь под завалом. Чего вы все разнылись? Мистер Вудел. Оливер. Когда ты уезжаешь? Через 3 недели. Сейчас, подожди. На самом деле, я к вам пришел. Прошу вашего разрешения писать Мадре, пока меня не будет. И я бы хотел провести с ней какое-то время, перед тем, как уеду. Я знаю. Черт возьми. Эмма. Что? Я пойду прогуляюсь. Прогуляешься? Да. Идем со мной. Конечно. Они прежде никогда не гуляли вместе. Когда я вернусь, мы будем гулять вместе каждый день. Есть что-нибудь? Сержант Бабек, я могу задать вам вопрос? На каких шахтах вы работали? В Баварии. Да, но Бавария большая. Вы знаете шахту Айзенхайм? Слышали о ней? Это мой родной город. Там церковь без колокола. Правительство забрало колокол. Моя мать написала мне. Сначала они собрали весь металл, потом забрали колокол. Теперь даже священника не осталось. Каждый день мы молимся за то, чтобы он вернулся. Что там видно? Сам посмотри. Эй, тащи. Вон холм 60, посмотри. Неужели? А ты что ждал, а?
Думал, он будет побольше. Так почему именно здесь? Очень глубоко, под немцами. Наверное, до Берлина идут, в туннеле. Да ладно, что за ерунду ты говоришь? Ну да, согласен. Это место ниже уровня моря. Раньше главной проблемой было откачивать воду постоянно. Было? Пойдем дальше. Мы в самом низу. Холм 60 прямо над нами. Смотри, что я нашел. Красиво. Найджел Норс. Ты эти канадские. Нет. Так не пойдет, не пойдет. Прошу вас. $53 000 взрывчатки. 8 000 фунтов пороха. Раньше я ничего такого не видел. Я в этом и не сомневаюсь. 5 000 футов вниз. Заброшенная шахта. Вот там 70 000. И это только одна из них. Мы нашли там шахту, которая забита миллионами фунтов взрывчатки. Когда все это взорвется, взрыв будет таким, которого мир еще не видел. Каждая шахта связана с поверхностью. Главное, чтобы все оставалось сухим. Главное, чтобы фрицы об этом не знали. Нет, фрицы даже не представляют. Они думают, мы копаем колодцы. В конце войны взорвут это все. Что думаете? Когда планируют взорвать? Меня снимают. Теперь это твое место. Все твое. Бедняга. Да, он даже спит здесь. 3 месяца не был на поверхности. Когда все взорвут, никто не знает. Может, через месяц. Чего ждут? Я ведь не генерал. Наверное, арифметика. Взорвем сейчас все. Погибнут только несколько немцев. Но во время атаки... Многие из них полягут. Понятно. Разведка говорит, десятки тысяч. Ты слышал это? Нет. Шпанд брёк Молин. Они опустились на 12 метров. Ребята говорят, даже под ними слышали звуки. Под ними? Да, под ними.
Джим, проверь абсолютно все, начиная отсюда и до Берлинса. Возьми Уолтера и Джинджер. Я в гусеницу. Хорошо. Тяни. Здесь 26 слушателей. Проверь всех. Возьми Перси. Хорошо. Фрейзер. Проверь воду. Мне нужно знать глубину от поверхности. Где заканчивается вода? На какой глубине? Песок переходит в глину. Возьми Тиффана с собой. Да, сэр. Пойдем, Тиффан. Стреляй, когда будешь готов. Ничего. Попробуй еще. Это глина. И что? Значит, они копают минимум на глубине 25 метров. Враг добрался до глубоких шахт. Сержант Бабек, вы знаете, сколько нужно заряда, чтобы поднять грязь с 25 метров? Это единственное объяснение, командир. Это смешно, просто смешно, это невозможно. Все в порядке. Чуть не попал. Да, очень-очень близко. Однажды я такое видел. Пол головы отлетело. Осталась только улыбка. Сколько тебе? 16. Когда меня нашли, сделали носильщиком, убрали от ужасов войны. Все, пойдем. Мы так и утонуть можем. Сверху песок. 30 футов и глины. Вода собирается над глиной. Нашел тоннель.
где очень много воды. Копать, в принципе, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Они так же глубоко. Я точно знаю, что они слушают нас. Я думаю, так же глубоко. Это дуб. Мой отец плотник. После войны будем вместе работать. Денег заработаю. Я из дуба построю церковь в городе. Церковь. Лучше храм. Огромный храм. Возможно. Это самая низкая точка. Да, я знаю. Что если направим воду вот сюда? Это достаточно опасно. Стены нестабильны. Могут обвалиться. Неприятная картина может получиться в итоге. У нас ведь есть там электричество. Мы предлагаем затопить шахту до галереи под Берлин-Сефт. Вот здесь. Установим электронасосы здесь. По меньшей мере 60 человек. Редлич. Я не думаю, что насосы так высоко поднимут воду. Поднимут новые. Шахта не нова, как и сама идея. Это невозможно. Просто-напросто обрушатся все стены. Вы были там, полковник? Ладно. На этом все. Спасибо, сэр. Прошу прощения за то, что ваше время потратили. Генерал, у нас другие планы. Мы не будем копать с поверхности. Мы построим шахту на 20 футов ниже уровня земли. И построим достаточно широкие галереи. Капитан Вудвуд. 20 футов под землей, и вы окажетесь прямо посреди, вы ошибаетесь, полковник. Мы будем над песками, в этом и есть весь смысл. Стальные секции сдержат воду, стены не обрушатся. Мы создадим несколько секций, начиная с крыши. И сколько месяцев или лет у нас на это уйдет? Примерно сколько? Три недели. Примерно так. Come on, baby!
И еще один. Нужно изменить направление. 30 градусов налево. Да, сэр. Все нормально. Так, действуем по плану. Ждем приказа. И бросаем гораздо ниже. Пошло, сэр. Ну и что же? Что там, Тиффен? Не знаю, сэр, вроде все работает. Работает или нет? Наверное, что-то с давлением. Ты уверен, что мы? К утру жду рапорт. Что если сломается насос? У нас есть дополнительный. Есть два пункта прослушки и два диверсионных тоннеля. Какие тоннели? Покажу вам, сэр, не нужно. Там безопасно. Нет, не нужно. Во втором диверсионном тоннеле активизировались фрицы. Все получается. Он тихо себя ведет. Они могут взорвать его. Пусть взрывают. Вы там вдвоем? Нет, только я. Где Волт? Отошел. Что, он пост оставил? В рапорт это добавь. Ты почему не на посту? Я же сказал фрицы, тебе приказали оставить пост? У них есть разрешение. Я знаю все приказы, капитан. Возвращайся на пост. Увидите Волта. Передайте ему, чтобы он не... Сэр. Чайку не хотите? Джим. Джим. Отец. Джим.
Да пребудет вечно с тобой, Господь. Аминь. Сэр. Я хочу подарить вам вот это. Я сам сделал. Из досок. Помните храм? Очень красиво. Эту коробку сделал молодой парень, Фрэнк Тиффен, из досок храма. Уверен, что после окончания войны ты с ним встретишься и лично скажешь ему спасибо. Здесь два мелких тоннеля. И здесь постоянно копают. Но за последние 3 дня они совсем не продвинулись никуда. В этом нет смысла, вот именно. Они не пытаются приглушить звук. Что это значит? Это диверсия. Да какая диверсия? Шахты. Глубокие шахты. Со всем уважением, командир. Если они планируют диверсию, то это произойдет где-то здесь. Прямо под холмом 60. Они прямо под нами. Узнай все. Бабок. Мы сможем выкопать шахту через пески и узнать, что происходит там. В чем дело? Не уверен. 15 градусов. 20 футов вперед. 15 вниз. Ничего. Тоннель. Нет. Что-то не так. Похоже на шахту. Через пески. Продолжай сообщать.
Голубая глина. Мы прошли. Наверх. Сержант, они ведь под нами. Мы копаем для того, чтобы узнать. Почему бы не отойти на 100 метров назад? Тогда все их труды пройдут впустую. Мы берем землю и выносим ее. Неужели нельзя отойти? Европа большая. Мы здесь уже 2 года. Здесь каждый сантиметр земли окроплен немецкой кровью. Неужели ты думаешь, что все это просто так? Ты ничего не понимаешь в войне. Вудвуд. Вудвуд. Капитан Вудвуд, встать. Будем взрывать утром, на рассвете. Через 36 часов вы должны занять Холм 60 и Катерпиллар. Макбрайд, взрывы второй очереди. Всего 21 взрыв. Ваши последние 2 в серии. Для удачного выполнения операции необходимо, чтобы каждая шахта взорвалась в определенное время и по порядку. Да, сэр. Приказ на взрыв. Ты больше не прослушиваешь? Все тихо, сэр. Царапаются немного. Крысы? Возможно. Возможно, крысы копают. Почему ты так говоришь? Достаточно регулярные звуки. Где? Около Берлин-Сэп. Да что же это? Они шахту копают. Вот здесь. Прямо над 60-м холмом. Мы слушали 15 минут. Можем сказать глубину. Да. 63 фута. Взрыв через 10 часов. По вашим расчетам, когда докопают? Если все пойдет так же... 9 часов, сэр. Вы лично будете за это нести ответственность. Делайте то, что нужно будет. Копаем тоннель для атаки. Где? Прямо над Берлин-Септ. Прямо над шахтой, да. Это самоубийство, это приказ, сержант. За дело, всем за дело.
Сходи, принеси еды. Десять футов вперед. 15 вверх. Моррис. Сопротивление в порядке. Проверь еще раз. Вы точно все проверили? Двадцать девять минут. Я иду вниз. Атака неизбежна. Высылайте подкрепление. На счет три. Раз, два, три. Почти сверху. Нужно взорвать. Нет, может взорваться главная шахта. Подождите, пока будут совсем близко. Потом используйте камуфляж. Еще 4 фута. На это нет времени. Еще 4 фута, Фрейзер. Потом взрывай. Почему ты так долго? Там неспокойно. Вокруг нас много войск. Продолжай копать. Устанавливай заряд. Назад, ребята. Получилось. Знаешь что? Полетело-то вверх. Успокойтесь. Все, валим отсюда. Ну что, на Берлин? Внизу все чисто, да, сэр? Шахта немцев уничтожена. Все готово. Пять минут.
Сегодня великий день. Да, сэр. Удачи. Четыре минуты осталось. Успокойся ты. Придавило. Кто это? Тиффан там. Тиффан. Сержант. На это уйдет время. Ладно, за работу. Но что нам делать? Тиффан! Уходите. Или все умрем. Фрейзер задержит их. Мы вернемся за тобой. Я понял. Пока, Тиффан. Идем, ходим. Удачи, парни. Одна минута. С дороги, всем с дороги. Штыки. С дороги, отойдите. Штыки. 20 секунд. С дороги. 15 секунд. Тиффан все еще там. Что произошло? Обвал. Сэр, прошу вас. 10 секунд. Он все еще жив. 8. Несколько минут нам надо всего лишь. 6. 5. 4. 3. Что же ты делаешь, черт возьми? Там же Тиффан. Огонь. Это твое сердце. Чувствуешь? Ты слышишь стук своего сердца.
Вудвуд. Люди ждут. Вуди, с тобой все в порядке? Все в порядке. Скоро выйду. Все в порядке. Девятнадцать шахт, которые взорвались 7 июня 1917 года, стали самым большим взрывом в мире, который когда-либо делал человек. Ударная волна чувствовалась за Дублином и Лондоном. Битва при Мессенс-Ридж стала одним из самых удачных сражений союзников, но через несколько месяцев немцы все-таки взяли Холмс-60. Но это было в следующем году, а через полгода после этого война закончилась. В этой войне погибли более 16 миллионов человек. В 1919-м Оливер Вудвуд вернулся в Австралию. Он был награжден военным крестом с двумя полосами. Он стал одним из четырех австралийцев, которые получили эту награду. Оливер Вудвуд и Марьори Веддл поженились в 1920 году. Они родили трех детей и прожили вместе 46 лет до дня смерти Вудварда в 1966 году.